Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжим проходить игру под названием Cave Warriors, либо, короче, Пещерные войны. Короче, у нас открылся портал, у нас есть какие-то новые уровни. Ну, тут нужно количество батареек. 10 штук. А я батарейки как бы не собирал. Что здесь у нас? Вау. Какое-то все немецкое. Давайте я хочу просто посмотреть, что здесь. Здесь вот. Если я зайду. Чаптер 3. Это ж одно и то же. Разве нет? Так алло, это одно и то же. Это, ну, тоже, скорее всего, просто здесь... как сказать, одно будет только... Ну, только вот начальное все. Сейф. Начальный сейф и все. Поэтому идемте дальше. Behold Enemy Lines. Защита какой-то там линии. Да, походу мы с вами серьезно попали. Тихо! Фух. Немецкое войско. Что? О, нет, все-таки они мне не наносят урон. Как мне могло показаться изначально. Короче, это шаманы. Это у нас те же шаманы. Добро. Довольно вот эти ловушки, капканы. Такое. В смысле, меня взрывом задело? Плохо чем? Плохо то, что тут нельзя потом обратно идти. Заразу используешь их как оборону. Я тебе понял. Это ж Зельда. Или Конан Варвар. Можно, короче, слышите? Защищаться, потом контратаковать. Как вариант. Тоже хорошая идея довольно. А этот зацепил гамнюк. Ты чё, думаешь, я тебя не вижу? Yeah.
Плохо, 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 плохо. Не понимаю смысл ломания этих камней. Зря попался только. Мало хп. Смотрите, сюда я могу пойти. Ладно. Оп, он там снизу был. Не, видите, все-таки где-то я могу пойти. Да елки-палки, ты надоело надорваться. Готово. Отлично. Не понимаю, нахера камни, если я их даже не ломаю. Чисто для вида? Или посмотрите, он у нас, он, этот персонаж у нас не такой же бесполезный, как кажется. Если так, ну почти поверил. Тихо, не-не-не, мне нужно макаку туда бросить. Да, готово. А, на водичку. Отлично. Тупая. Херня. И главное, никто не... Не ломай так что... Не, хотя он был полезен в один раз, кажется. Один раз был полезен, и все. Ну, как говорится, один раз это не показатель. Один раз это не показатель. Так, мне бы конфетки. Так, там что-то лопнуло или вылупился кто-то. Да ёлки-палки. Боже мой.
Чего идиотки? Я плюс убил даже не того, кто меня начал ковать. А, хорошо, что он хотя бы не успевает. Перезарядиться. Готово. Сколько здесь ловушек? Что значит не попал? Так, лес. Джендро XL. Здесь, скорее всего, будет полезно эта девчуля. А теперь даже не уверен. Ну хорошо, смотри, типа на первой фазе лучше играть за здоровяка, потому что он быстро может бегать. Хотя... Ясно. Так и проиграть можно. Типа один удар, и он прыгает дальше. То есть в обратную сторону. А нет. А, ну я понял. У меня последнее место куда осталось. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ой, ладно. Как ты меня, сука, сцепил? И все. А как я тогда наносил урон? Ладно. Что-то я вот эту фазу вообще не понимаю. Очень тяжко. Как-то непонятно и тяжко. Ладно, будем поосторожней. Хорошо. Добро. Я на момент один из них. Ни одного не убил. Очень быстро пропадают хилки. И вообще все пропадает. Так, здесь, если не ошибаюсь, этот был. Да. Да-да. Точка подстрелила. Так держать. Так держать. Готово. Yeah.
крутого. Ну за что? Ну блин, ну за что? Ладно, хилку дайте хотя бы. Нормально. Добро. Ладно, главное просто вперед мне идти, да и все. Да-да-да. Так, хил. Почему он тут не агрессивный? Все агрессивные, а вот он нет. Готово. А вот как дальше, я не понимаю. ХП больше, ХП меньше. Потому что все хорошо идет. Это все мы уже проходили, поэтому не страшно. Спину надорвало. Шип! Тебе повезло, что здесь контишка уже. По идее, любого босса можно убить без получения урона. Вообще, в любых играх. Ну, в первой фазе хорошо, здесь нужно просто кидать в него тычки. Поехали. Поехали.
За что? А, изи, все. Фух. Готово. Ну, короче, давайте на этом закончим с вами. На красном фронте, да? На мини-лайнс. На линии фронтом. И в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.